Туве намерены повысить транспортный налог. Верховному Хуралу на рассмотрение передали проект закона об увеличении с 1 января 2018 года ставок транспортного налога. Поправки подготовлены Минфином Республики на основании Налогового кодекса России, разрешающего регионам увеличивать налоговые ставки в пределах 10-кратного размера. То есть законопроектом предлагается повысить ставки налога в республике на 10%. Отмечается, что повышение вызвано отставанием республики по уровню от средних значений Сибири. Так, Тува не меняла налоговых ставок с 2015 года. В результате повышения налоговых ставок дополнительное поступление в дорожный фонд региона от юридических лиц владельцев транспорта увеличится более чем на 2 миллиона рублей, а от физических на 9,5 миллионов. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 18 копеек, евро 68 рублей 92 копейки.